А Фондово Новости представляет 100 историй про удачу. Для меня большая удача, первое, что я встретил любимого мне человека, который меня поддерживает всегда. Второе, у меня есть хорошие друзья, на которых я всегда могу положиться, опереться в трудную, в хорошую минуту. Это удача. Для меня удача произошла вот в среду, когда я наблюдала концерт, который готовил мой ребенок, выступал на сцене. Для меня это было такое счастье, когда я наблюдала в качестве зрителя, это был сюрприз. В последнее время происходит у меня очень много хорошего. И я заметила, знаете, от чего? Я стала благодарность проявлять больше. Благодарность людям, благодарность Богу, благодарность ситуации, всем, благодарность воздуху. Вот это на самом деле так. Чем больше благодаришь ситуации, тем больше к тебе приходит всего хорошего. Делитесь историями своих удач на телеканале «Афонтово Новости».